Многодетная мать Наталья Павленко живет со своей большой семьей на Успенской с лета 2016-го. Прошлую зиму вспоминает нехотя. Регулярные перебои со светом, работающие в холостую электрообогреватели, утепленные одеялом дверные проемы. К новому отопительному сезону семья подошла практически во всеоружии. Электричество не отключают, воду тоже, жить можно. В доме на Успенской, где проживают переселенцы из Донецкой и Луганской областей, вот эта емкость не просто 5-литровая бутылка, это часть отопительной системы. И называется это расширительный бачок. Система – это 2 тена, 1,5-2 киловатта. И там есть такая, это муж как бы занимался, специальная штука, которая гоняет воду туда-обратно и... Тоже, ну, приспособление такое. Это на вашу квартиру? Именно на вашу? Свою квартиру сделали, потому что у меня 4 детей и маленький ребенок. Вот. Сколько денег ушло на это? Приблизительно. Около 2000, не больше. А это уже жилье Анны Скогаревой. Чтобы двум маленьким детям было тепло, семья установила электрический котел. На установку саму пошло около 10 тысяч, потому что сам котел там и трубы, это все. А платить как бы еще не платим. Ну как не платим? У нас же не принимают платежку за электроэнергию, поэтому не вычисляли, в принципе. Счетчик стоит, все, оно крутит, все, но у нас же не принимают просто рез платежки. Жители аварийного дома собрали за электричество 68 тысяч гривен, но эти деньги у людей не берут. Причина проста. Взяв деньги, облэнерго легитимизирует нахождение переселенцев в здании бывшего общежития. За уроженцами Донецкой и Луганской областей, проживающими на Успенской, пока закреплен статус самозахватчиков. Мы очень надеемся, что облэнерго пойдет нам навстречу, заключит с нами договор на оплату счетов за потребленную электроэнергию. Так как мы уже однажды переводили деньги, 68 тысяч мы оплачивали, но облэнерго вернуло нам эту сумму, так как у нас не заключен договор с ними. Они обещали, что заключат с нами договор поручительства на оплату, но сказали, что пока нет возможности. Летом переселенцам из Успенской областной совет предложил переехать в Подольский район, в село Борщи. Готовый пансионат ждал людей, их детям обещали устройство в детские сады и школы. Процесс очередного переселения застопорился. В облсовете людям рекомендуют решать жилищный вопрос в рамках действующего законодательства. И сейчас на самом деле незаконно получают электроэнергию. Хотя на балансе того коммунального предприятия, которым находится данное сооружение, мы периодически выделяем средства из областного бюджета, и я думаю, что рано или поздно это тоже придет этот конец. К сожалению, некоторые из временных переселенцев считают, что они могут находиться незаконно, но главное, в центре Одессы, в незаконном здании. Еще один вариант, который предложили временным переселенцам – село Степовое в Раздельнянском районе. Туда даже в свое время возили вице-премьера Павла Розенко. Однако и туда новоиспеченные одесситы ехать не хотят. Общежития будут готовы не скоро, сейчас только заканчивается подсчет стоимости всех работ. Параллельно возникает вопрос, почему переселенцев из проблемных мест, а это не только дом на Успенской, но и села Нати и Фонтанка, нельзя пристроить в Одессе? Таких людей в области около 1000. Они хотят жить в Одессе. Конечно, мы взаимодействуем с городскими тоже властями. Конечно, мы смотрим, какие решения возможны в Одессе. Но объективно тоже плюсы Одессы являются и минусами Одессы. Любой объект, он даже если не используется так или иначе, на него есть какие-то планы. Это объект в огромном мегаполисе, в миллионном городе по сравнению с объектами, которые пусть даже в сравнительно недалекой доступности, как Степовое, но тут любой объект легитимизировать... Если бы это было так просто, то это бы уже было, естественно. Тем временем в одной из комнат многострадального дома на Успенской 82-летняя Евдокия Денисова ждет волонтеров из организации «Красный Крест». Пенсионерки обещали заменить старое окно – главный источник холода. Первая хорошая новость за долгое время. Вы одесситы, вам низкий поклон. Вы настолько нас тепло встретили, вы делились нами, давали жилье нам, жили мы, ну, потом пенсию... Газ подняли цены, пенсии не стало хватить, мы захватили здание. Но единственная просьба, не выгоняйте. Война кончится, мы разберемся, кому чего надо. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал «Репортер».